Так, ребята, короче, продолжаем играть в крутого Сэма. Подожди, а у нас какая сложность? И теперь я играю с Нурсом, не один, а с Нурсом. Нурс, скажи что-нибудь людям. Алло. Алло. Да тихо, я уже здесь в игре. Блин, а? Ты меня не можешь убить, интересно? Нет. Я тебя куцаю, нет? Ну, нормально, пойдем дальше. Сейчас будут скелетоны, я их только что видел. А, время забыла читать. Ой, блядь, ты куда там? Запись на диагу. Какого фига у меня нет оружия? У тебя уже там... А, это не ты лазером стреляет. Печаль. Вот эти больше всего раздражают. Камикадзе. Ты куда убежал? Подожди меня. Сзади. Все в тебя. Ой-ой-ой. А как мы этих сверху убьем, если у нас нету автоматов вообще? У меня есть. А как ты нашел? Да что нет. Пистолеты, пистолетами, да. Ну он уже желтый, желтый, нормально. Вау-вау-вау. Меня попал тоже. Все. Ты стреляй в эти зеленые, они самонаводящиеся просто. А, это для всех же, я так понял, да? Ну. Наверное. Да. А-а-а. А-а-а. Блин, эти скелетоны, ты потом серию посмотришь, пятую, там это кошмар будет. Смотри, что есть у папочки. Чего? Смотри, что есть. Гранатометами что? Да. Как хорошо, что, типа... что они не только... У меня 6. Как ты? Сейчас, гранатометом его. Ему 3 патрона хватает. Я пока отбиваю эти зеленые штучки. Да. Все. Я время, дай ты считаю. Подожди, не ходи никуда, пожалуйста. Акул тебя взрывает. Ну. Все, погнали, время читал. Ты боксер, реально. А я крутой, Сэм? Угу. Там уже можно поменять. Смотри, смотри. Пап, можешь не пылесосить? Дико слышно, да, наверное? Да. А-а-а, я паузу ставлю, короче. Все, продолжаем запись. Не пропылесосили, мы убиваем скорпиона, все убили. Ты живой? Ты красный. Ой! Быки! Вот это самое жесткое. Как он поменял направление? Они не меняют направление. Да, именно на меня быки все. А ты с этими придурками. О, там жизни появились, по-моему. Пойдем. Я что-то очкую прям, брать от всех. Смотри, что там такое? У меня такое оружие еще не было. О, нет. Еще сбоку. Я аж подлетел. Фига. Ракетницы в него нафиг. Да, я знаю, этого чувака я знаю. Это такой противный. Мозг. Так, ракетница. У меня есть ракетница. Убегай. А, он прям в тебя попал. Все. Он сейчас погибнет. Хорош. Вон еще один. Синенький. Да, он слабенький. Сколько у тебя хп? 32. И 64. У меня 32 хп, 64 брони. Так, что, пойдем заберем эту фигню? Видишь, пушка новая какая-то. Вы только гляньте на эту хреновину. Вы только... Слышал, что он сказал? Нет. Вы только гляньте на это. О-о-о! Ух ты! Ты видел, какая взрыв?
Прикольная штука. Эй, мы взорвали это в воздухе, бля. Эй, за мной, жердей. Я его перенаправил на себя. А, отлично. Как я их боюсь, отвечаю. Ты их не боишься? Нет. Блин, они такие страшные. Ну, я имею в виду, когда забегает, это так страшно. Не, я погибну сейчас. Еще один бой. Фу, ты где? У тебя кончилась эта пушка мини большая? Да. У меня нет. Мы с Нурсиком играем. Я понял. Продолжаем. Нурс отсеривает дед 18-го. Окей. Мы до конца пройдем, потому что у меня же не сохранится в одиночной игре. Тут немного осталось. Да, это, двоим дает. Да. О-оу, мне что-то здесь не нравится, слышишь? Ты прям бегаешь так, это, как будто все пофиг. Смотри, броня. Да, не бери ее, сейчас придут. Надо, чтоб... Вот, я же сказал, слышишь эти звуки? А, нет, в середине стой. Да они пусть приходят. Эй, у нас кидают с кольцами. Нет. Блин. Напряжно прям. У тебя напряжно, у меня вообще там рай. Ты с кем нас застреляешь? Тебя этот бьет. Стеной, чувак. Вот они орут. Давай, давай, я тебя не боюсь. Эх, о нет, быки. Где бык? Бык где? О, вот он. А, бык. А. Мне надо пулемет какой-нибудь. Я не люблю с такой пушкой бегать. Тихо, подожди. Ты где, Нурс? Я воюю. Помоги. Меня убивают. Они реально достают. Я тебе ракетцу направил. Только чтоб не меня. Да, на тебя. Хорошая ракетница. О. О, бык вообще. Бык самый жестокий, по-моему, да? Не знаю. И скелетоны, когда их полно. И вот эти жучки маленькие. А, да, ты капец. Ну ты хорош, прям АИ мастер. О, смотри, в центре жизни. Я бегу, я. Да. Хард финиш. Ооо, быки. Подожди, я их вот так. 4 прям. На, ты видел, как я их просто? Еще один бежит. Я пошел, пока убью зеленого. Давай, их двое там, или трое, смотри. Ты откинул меня с этим быками, я пошел зеленых убивать. Эй, не гони, у меня два быка здесь. И меня еще зеленые фигни по КД летят. Ой, я кончились ракетницы. У меня есть этот, гранатомет прикольный. О. Я два быка завалил. Прикольные штуки это, ядра, да? У меня 37 хп. Блин, надо стрелять их убивать, они зеленые. Им вообще пофиг, по-моему. Нет, у меня уже желтый, блин, 7 хп, я не могу, я убегаю с ним. У меня тоже желтый, но... О, красный. What the fuck? Ты где? Вон за мной зеленая фигня бежит, да? Вообще спятила. Убивай зеленый фигни, я его убиваю. У меня, блин, 7 хп, она бежит, у меня перезарядка. Все, я убил на зеленой фигне прям.
Ты выжил, все. Жизни. Во-во-во, дверь открылась. Пойдем. 7 жизней. Мне надо подобрать. Это звук из этого. Quake заметил? Пойдем. Эй, кто стреляет? А, ты. Не, не убивай. Ты че, если бы ты друг друга убивали, мы бы сразу убили. Сколько всего. Пулемет теперь можно будет. Ты все собрал? Нет. Ну, тут еще лучше будет, я бы чувствую. Все, я пулемет беру. Все, я тоже все собрал. Здоровье, 102 места. Я возьму советскую штучку. Советскую штучку, что такое? Сфинкса смотри. Советская штучка. Да возьми нормальный пулемет. У тебя синяк, кстати, под глазом. Ну я ж боксер. А че тут тихо так, хорошо? О, я пойду рюкзак, вот этот рюкзак офигенный. Я тогда брал, там все патроны были. Пошли в центр. А вон, да, да, туда иди. Ну, короче, беру. Ой, все, ГГ. О, нет. Фига ты сказал, советская штука валит. Ну, валит, просто. Но пулемет прикольный. Ну, ты попробуй. Да стреляй. Я играл им. Ну ладно, советская штучка, где это? Она под пулеметом. Ну не, она слабенькая. Ну гони. Вот пулемет он убивает сразу. Я лайка босс. Я все вроде затихло. Да ладно, легко тут. Возьми теперь слева штучку там. А, вон еще один бежит. Что за рюкзак был? А, это боеприпасы. 6 нажми. Там прикольная тоже пушка. Да нафиг, да. На семерке лучше. Я взял какую-то штуку, возьми тогда. Ты взял оттуда штуку, там была? Нет. А то дверь тебе не откроет. Ну ладно, добей. Может откроет. Ой, я второй ящик. Ой, я рюкзак нашел. Офигеть, их столько тут. А, ты взял штуку сразу ту. Я думаю, что так много этих боссов стало. Меня тут убивает, слышишь? Ну не убивайся. Все, патроны нет. Беги ко мне. Я здесь в углу воююсь. А, все, вижу. Да тап нажимаешь и показывай, где ты. Ну, место. Куда идти. Только у меня 68 хп, я за мной бегу. Толпа просто. Как ты не упогиб, а? А вот ты, я вижу тебя. А! Вон зеленый, ой, красный, блин, босс. Да это не босс еще. Босс, когда, знаешь, ХП сверху показывается. Ты где? Надо еще последнюю штуку взять. Ты откуда взял ее? Я вон справа. А, в дальнем справа, понятно. Теперь слева возьми, надо взять. И босс появится, наверное, мега-босс какой-нибудь. ХП прибавилось. У меня? 100. У меня ножик нафиг. Я им еще ни разу не пользуюсь.
Че, я беру последнюю штуку, ты где? А вон ты где. Я типа сейчас тоже его. Все, я взял. Все предметы установлены. Да ладно, что-то не так мощно. А, о, тебя он бьет. Бык. Не убьет меня никто. На меня вообще никто не нападает. Ну так. Походу на все на тебя. Не походу, а реально. А. Че носик сказать? Апашку? А? Ладно. Носик, апашку потом. Посмотрим. Ты кого стреляет? А. На, я его просто расквась. О, смотри, сколько жизней. Я прям по центру пройду, сейчас соберу. А. У меня 6 хп. По центру возьми пушку. Офигеть. Давай, фигачь его, фигачь. Офигеть. Он еще эти самонаводящиеся кидает. Что за бред? Я его почти убил. Нет, не сам наводящийся, фигня. У него еще прислужители есть. Откуда ты знаешь? Ну вон, вылез. Сбоку, смотри, что. Ой-ой, так неприкольно вообще. Они размножаются. Да это прикол какой-то, меня сейчас убьют так. На, меня убили. Ты возродился? Я респаун. Оо, ты чё такой злой? На комету. У них еще маленькие такие есть. Да. Пипец. Нифига себе они размножились тут. Офигеть, сколько ты посмотри в центр. Да. С ядерки стреляет, точнее, вот с такой. А, точно. Да всех нету. Нету, вон последний. А нет, там он два. Все, вроде. Да. Фу. Да, легко было. Но я испугался, когда он передо мной появился. Тихо-тихо, да, что за звук? Сложность получше здесь поставить. Побольше. Побольше? Mm-hmm. Ну, уже не изменишь. Что прям совсем. Давай следующую миссию побольше поставлю. Давай. Я увидел себя. Крещение в бою мне надо открыть. Я unlocked. А можно потом 16 поиграть? Так, стой, 16, где это мы? Стоит. Ладно, сейчас я... Или начать голосование, изменить сложность. Эй, там уже драка. Слушай, у нас безумно стоит сейчас. Да? Да. Че, играем безумно? Давай. Мы посмотрим, как это. Эй, а... там скорпион! Фагис. Фу, там все, блин, лягушки вот эти вонючие. Да, и... лягушки больше всего напрягают. Ну их легко с этого автомата бывает. Да и с пистолета. А. Че, идем дальше? Кто это стрелял? Ты? Че-то безумно даже не пахнет. О-о-о! Прямо передо мной. Сзади. Я убил его. Спереди. А, ты ешь гранату кинул? Там скорпик. Так, убил. Че-то как-то не безумно.
Умно пока. Пока даже легко, можно сказать. Как бандиты такие зашли. Мафия 90-х с такими пушками. О, нет. Ну так-то, если одному проходить, то это тяжело, когда тебя убивают каждый раз. Я на сложности прохожу нормально. Ты потом посмотришь в пятой серии. Запомни просто, пятая серия. Не мини-серия, а реально вторая часть. Вот это будет беда вообще. Так, куда идем? Направо, налево, прямо? Я сюда пошел. Я вперед. Ой, что тут много, слышишь? Пойдем сначала туда, да? А нет, там эти штыки, тут типа фейк. Серьезно? Ну иди посмотри. Да, видел. Это типа фейк. А, фак. О, ядра есть. А хотя у меня вроде фу. Да. У-у-у! Опять! Слышь? Да-да-да. Я уже в него стреляю. Блин, ты прав. Этот пулеметик, ну, который 90-х прикольный. 50-х, точнее. ППШ. О, нет. Да ладно, я бы не сказал, что это прям безумно. Может, реально что-то не то? Счет будет умножен на 60. Ну. Да не, мы играем безумно, стопудово. Потому что счет, смотри, какой, 63 тысячи. Да-да-да, это безумно. О, кнопку надо нажать. Я нажал. Но я не могу, да. А, вон, видишь, где фейк? Ага. Заставка была такая у тебя? Нет. Короче, где фейк, там сфинкс подвинулся и ловушка частично открыта. А сейчас, подожди, там жизнь есть. Еще что-то, патрончик. О, нет. Я пока жизнь взял. А, у меня 131. У тебя 129. Как-то не безумно. Опять вылез. Я нажал, короче. У тебя нет заставки такой, типа? Нет. У меня двигается, короче, монумент, то, что там открыто. А я с огненными дебилами дерусь. Сзади тебя этот чувак. Ой, все, у меня кончились патроны. Че, идем назад? А, нет, наверное, еще назад не стоит. Пошли туда. О, нет, сзади. О, это ты? А, да, ты кидаешься этим. Так. Я лазер возьму. Такую штуку. О, открывается ход, слышь. И что, смысл туда не было идти, да, я так понял? Не знаю. Как плохо. У меня даже здесь лагает. Это жесть. Во! Во, теперь песком там все залилось. Нормально. Теперь можем пройти. Ты что так мимо стреляешь? У меня вообще-то долгануло. Блин, давай сменим сложность на... Круто. Что-то безумно, что-то не как-то это. Вот, я да, говорю, нажми. Самое сильное надо стрелять. Но это не самое сильное, это предсильное. Нажми F3. Куда надо идти? О май гад, мы все заново, что ли? И чё это? Мы все заново будем. Да? Классно.
Нет. Нет? Почти. А. Почти. Да, Сезан. Ну, с этого. И что, похоже стало? Не знаю. У меня пока... Не знаю даже. Да-да-да, похоже стало, смотрите. У меня 34 хп стало. Да, это похоже на много. Так дыс. Да, да. Это намного подавился уже болотной жабой. Да, я тоже, меня они просто съели. Ну я уж один раз сдох. Да, это нормальная сложность. Бык еще! А быка не было тогда, нет? Да, там только вот эти, чел без голову, безголовый человечек. Офигеть! Такие мускулистые, есть? Ты смотри, сколько их тут, да. На, я еще раз. На части. Я еще раз. А-а-а! Меня тоже скифили. Ну я возродился нормально. 60 хп нафиг, все. Вот это клево. Смотри, сколько их? Я их просто не могу перебить. А-а-а! Такое ощущение, как будто ты меня взорвал. Все вроде? Все, да, пойдем. Легко было. Абаса репит, Абаса райдин, Гана гей. Там зеленые штучки. Слева, это... а еще. Сзади, 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 сзади. Блин, мы играем уже 25 минут. Надо бы приостановить серию. Ну ладно, да, до конца пройдем уже, да? Чё такого? Очень страшно любой. Ой-ой-ой. У меня 24 хп. А, кони. Кони. Ого, мне кажется, там сейчас жара будет. Я гранатомет приготовил, да. О! Сзади, сзади, ё-моё. Бери семерку. На, меня еще раз взорвай. Что-то я могу респавниться миллион раз. Ты? Да. Ну да, прикольно. Это целый сэм. Пойдем. Зачем ты их тратишь? Сломал. Слышишь? Ага. Нет, ты слышишь реально? На, я ее убил. Эй, там патроны, патроны там. На эту фигню. У меня еще много я. Тебя отрешали. Я их убиваю, короче. Офигеть, меня убили просто за секунду. На, я сам себя разорвал. А я так понял, возрождаемся на том же месте, да? Mm-hmm. С теми же патронами, ничего, считай, не теряете. Блин, ядрышки прикольные, конечно. Ничего не скажешь. Акул, лови мяч. На вес. На. На вес. Забивай! Вон, я ему дам КС. Блин. Пас на ход. Принял. Мне еще 8 их. Я не считаю, сколько у них у меня. Ясно. А, мы походу возрождаемся, пока сразу двое не сдохнем, да? Нет. Или мы всегда будем возрождаться? Всегда. Бесконечно. Все, я нажал. Ты нажал? У тебя есть мовик, да? Нет, мовик нет. Вот я сейчас нажму вторую кнопку. Во, да, мовик есть, где ты. А у меня нету 50 хп, гг.
Еще раз. Ты пропал без вести. Такого фига. Как ты здесь? Ну там было написано, типа пропал без вести. Сбоку видишь зеленый? Это значит я умер. У меня по-английски все. Так. О-о-о. Опять зеленый. Ой, желтый дебил. Я его убил. О, фак, 14 хп. На, убили. Снова в седле. А, это ты? Фу. Давай на этом завершим серию. Нет, тебе не дают завершить серию. Да, ладно, завершаем на эту серию. Спасибо всем. Подписывайтесь на мой канал. И следующая серия начнется с этого момента.